Безопасность во время общероссийского голосования по поправкам в Конституции будут обеспечивать правоохранительные органы. К работе привлекут и волонтеров. Они наряду с наблюдателями будут ориентировать граждан на избирательных участках. Куда пойти, как не нарушить социальную дистанцию и не забыть про индивидуальный пакет. Все ради безопасности. Все 194 участка на территории города обеспечим волонтерами и будем доводить до людей соблюдение мер безопасности. Завтра для нас, для всех, очень важный день, когда мы завершаем вот этот недельный процесс голосования уже именно на участках. Завтра, мы с вами знаем, нет никаких уличных, никаких выездных голосований, только голосование на избирательных участках.